если прогуливаться по хорошим местам, вот здесь вот, да, мне кажется, надо, чтобы люди видели именно комфорт, а не вот эти вот вещи, которые здесь. Определенно есть места, которые нужно там торговать. А здесь нужно, чтобы человек отдыхал. Угу. Проходил и отдыхал, и смотрел на все красоты. Потому что у нас старается город как-то облагородить, а здесь получается, что базар. Вот просто базар. Крайне негативно. Угу. Объяснить почему? Конечно. Уродует вид. Это должно происходить в определенных местах. Тем более недалеко такое место. В виде рынка. Ну, потому что проспект отремонтировали, это не очень. Очень портит весь вид. И когда гости приезжают, сразу непонятно. Ну, сразу им как-то навязывают что-то, зачем это здесь. Угу. Почему нельзя арендовать помещение? Согласна. Не очень. Плохо, как с одной стороны. С одной стороны, людям надо получать деньги, тоже на чем-то зарабатывать. Может, поберем какой-нибудь? Надо выделить место какое-то специальное, чтобы они торговали. А что там выделили за открытым рынком? Там мало для них мест. Рассвет.